Добрый день, дорогие товарищи. Я сейчас сыграл кусочек из сонаты Рахманинова, из второй части. Знаете, такая вот птица, она парит, огромная птица с крыльями, знаете, вот вокруг она. Это какое-то необыкновенное совершенно чувство я испытываю, когда играю эту музыку. Она, между прочим, очень похожа, на когда играю, я сравниваю ее с Паваной Равеля. Помните, в той же тональности. В соль мажоре. Я на слух играю. Из рояля и доносим, значит, в произведениях вот смысл, всю красоту музыки. Ну, как известно, когда сейчас вот мы говорим, о, красивый звук, вот пианист играет красивым звуком, и мы никогда не задумываемся над тем вообще, что такое красивый звук вообще, существует ли он отдельно от музыки. Звук. Мне кажется, что это вот та самая ошибка, вот, к которой мы уже привыкли на протяжении многих лет. Значит, я хотел бы так, ну, как говорил Нигаус, я ничего нового не говорю, что само по себе понятие «красивый звук» в природе не существует. Что такое красивый звук? Ну, где он? Как? Красивый звук, он тогда является таковым, когда он находится в контексте произведения, когда он к месту. Если нам нужно, например, показать легаты или какую-нибудь там певучесть в осенней песне Чайковского, мы используем глубокий такой, знаете, протяжный звук, ну, скажем, наполненный такой. Последний пример, давайте что-нибудь такое в Шопене.
Но если мы играем, предположим, наоборот, если мы играем Прокофьев вот так вот, это будет некрасивый звук. Если мы с вами играем так, это будет тоже звук некрасивый, потому что он находится не в контексте. Следовательно, понятие «красивый звук» само по себе в природе не существует. Он красив тогда, когда он в контексте, когда он в нужном произведении, когда он изображает стиль, характер музыки, понимаете, да? И ну, какое-то наполнение, там, которое имеет художественную ценность. Это так называемая характеристика звука номер один. Теперь характеристика звука номер два. Это звуковой контроль. Тут мне хотелось бы особо заострить ваше внимание вот на какой вещи. Известно, что мы играем на молоточковом инструменте. Это рояль считается ударно-молоточковым инструментом. То есть извлечение звука происходит при помощи нажатия клавиши, а затем через множество механизмов. Последняя стадия – это когда молоток ударяет по струне. Я надеюсь, это понятно. Если говорить более подробно, я на всякий случай расскажу, что происходит. На конце клавиши находится пилот, который поднимает своим концом шпилерную фигуру. В этой фигуре находится шпилер. Он толкает барабанщик гамерштиля, а на конце гамерштиля находится молоточек, который в последнюю очередь ударяет по струне. Причем не сразу. Он сначала осуществляет преграду через ауслейзерную пупку. Слушайте. И потом он останавливается на какой-то момент, и последнее движение он делает по инерции. Запоминать не нужно, это я вам сказал, выражаясь профессиональными терминами. Что такое извлечение звука? К сожалению, мы не струнники. Я всю жизнь завидовал скрипачам, виолончелистам, которые непосредственно пальцем нажимают струну. Они счастливые люди, они могут управлять этим звуком напрямую. Они смычком. Они нажимают на струну, и получается, что напрямую они извлекают этот звук. Они могут добиться такого звука, который они хотят. Причем в любом диапазоне. К сожалению, рояль при всех своих прелестях, при всех своих неограниченных возможностях, даже динамических, от какого-то нежнейшего пианиссимо до громогласного, громобойного форта, он все-таки имеет предел. Вот это так называемый предел, за который звук, если он выходит, он уже не становится звуком, он прекращает им быть и становится стуком. Вот этот контроль звуковой, культура звука. Я понятно выразился. Если первое было определение красота звука, контекстность, то вторая – это культура и звуковой контроль. Понятно, да? И, наконец, последнее качество звука, я его только назову, но, к сожалению, в наше время уже можно о нем позабыть. Как о динозаврах, которые вымерли, и как о мамонтах, которые тоже вымерли. Это индивидуальность звука. Каждый пианист крупнейший. Ну, скажем, для меня это является Гиббсом. Он обладал индивидуальным, вот помимо вот этих вот предыдущих двух качеств контроля, красоты и культуры звуковой, он обладал еще своим индивидуальным звуком. Если вы слышали такая фраза, что у Гиббса золотой звук. Он, ну, подразумевалось, как это, он такой очень объемный, очень глубокий, насыщенный и очень упругий, очень протяженный, очень благородный. Благородный как металл, как вот металл 96-й пробы. Это такая метафора красивая, но тем не менее вот Гиббс им обладал. И он был узнаваемый, он был узнаваемым. Даже когда я его слушал по радио, играет Гиббс, сюда там допустим. Thank you.
легато аккордами. Настолько у него это все велось, настолько это у него все звучало. Ну, он был узнаваем, он был сразу, я мог точно сказать, что это играет Вильямс. У Рихтера был звук тоже индивидуальный. Он, может быть, не столько окрашен, но он такой, знаете, вот хрустальный. Вы же говорили, что белый звук. У Горовица был свой индивидуальный звук. У кого там еще? У Глена Гульда. Сейчас вот это качество, индивидуальный звук, на мой взгляд, оно исчезло. Пианисты играют прекрасно, играют здорово, играют технично, но вот если так выключить картинку, убрать, вот, и даже не смотреть, кто играет, вы никогда в жизни не отгадаете фамилию этого пианиста. Именно по его звуку. Потому что он каким-то стал нейтральным, каким-то он выхолощенным, каким-то он, ну, непонятно, он просто звук и все. Таким образом, три качества звука. Я еще раз повторю. Контекстность, культуры и контроль звуковой и индивидуальность. Вы, товарищи, не обращайте внимания, что я постоянно повторяюсь. Я, к сожалению, эту привычку за собой очень хорошо знаю. Это у меня чисто профессиональная привычка. Я, к сожалению, когда был, когда работал преподавателем, имел очень часто дело с такими, ну, мягко говоря, с бестолковыми учениками. Я не говорю, что с тупыми. Немножко они были бестолковые. Им приходилось повторять неоднократно для того, чтобы добиться какой-то цели. И в результате у меня такое ощущение, что я, по-моему, сам стал бестолковым. Я стал разговаривать сам с собой. Я стал у себя, чтобы спрашивать, задавать себе вопросы, отвечать на них. Я вообще должен сказать, что я человек вполне самодостаточный. Мне не нужны никакие ни тусовки, ни компании. Я могу спокойно уйти в лес и там... Там вообще меня много. Я вообще как многоликий Ямос. Там целый коллектив. Там кто-то говорит, спрашивает. Иногда доходит до драки. Это, в общем, добиться какой-то истины. Мы иногда спорим, устраиваем диспуты. Но это все я. Их много во мне, в Антон. Не обращайте внимания. Это я пошутил. Вот. И теперь мы перейдем непосредственно к приему легато. Значит, господа, дорогие, я хочу сказать такую вещь сразу, что, когда говорят о том, что не важно, каким приемом играть, важно твое слышание этого звука. Если вы помните, известно было высказывание Антона Григорьевича Рубинштейна, который говорил своему ученику Иосифу Горку, у того что-то не получалось, он что-то такое спросил, как играть, а тот ему: играй хоть носом, лишь бы у тебя звучало. Ну, понятно, что под этой метафорой красивой подразумевалось, скажем так, поиски. Вот поиск этого, вот пойди сам найти. Поэтому вот эта, кстати, метафора, она сама по сути, в смысле, вот, с точки зрения, ну, скажем, педагогической, с точки зрения вот, учебно-методологической, она неверна, понимаете? Потому что существует так называемый прием. На каждый звук существует свой прием. Поэтому пока ребенок не овладеет вот этими приемами, говорит о том, что он сам этот звук найдет, да никогда в жизни. Я в таких случаях все время ставлю в пример вокалистов. У меня в голове, в ушах, у меня вот слышится красивый звук. Я его, понимаете, у меня это в голове. Мне кажется, что вот я его поймал. А поскольку я не умею петь, меня не учили ставить дыхание. Немножко у меня вот так диафрагма растолстела в Германии. Опоры у меня нет, и я и свыкаюсь, но не умею. Поэтому вот когда меня обучат этому грамотно, тогда я буду извлекать хороший наполненный звук. И он, возможно, будет красивым, если он будет в контексте. Вот относительно фортепиано, я вам скажу так, на каждый звук, ну, я уже опять повторяюсь, существует свой прием. Приведу такой пример. Один не
небольшой из моей студенческой жизни. Я неоднократно писал об этом раньше и говорил, что мне неслыханно повезло с моим преподавателем Берта Соломоновна Маранц. Это любимая ученица Никауза в консерватории, но в детстве она училась в школе в Одесской у Рейнгвальд, у Берты Рейнгвальд. Это та самая, у которой учился Гиллинс. И вот эти все ее приемы она мне передала. Мне просто, вы знаете, неслыханно повезло, знаете, как вот говорят, в жизни. Ну, как вот дуракам везет, вот так и мне. Я, собственно, что вот, я приехал из провинциального города. У меня, может быть, от природы был хороший аппарат, пальцы. Мне мама поставила хорошие пальцы, но вот культуры звука у меня не было. И вот когда мне Берта Соломоновна попросила, ну, сыграй, что ты там любишь, я, ну, Рахманинов, этюд картины. Она говорит, ну давай, сыграй. Я начал. Совершенно маленький. Я помню, она брала максимум нону с натяжки, то в левой руке. Я беру, у меня дофа. Вот. И она стала играть этот же кусок села, вот так вот повторила. Извлечение звука мягкой, извлечение звука плавным погружением. Смотрим. Рояль ударно-молоточковый. Я зажимаю хор одной ноты. Три струны одним пальцем. Сейчас на мечик какой-нибудь. О, нота соль. Второй октава. Зажал пальцем. Три струны. Понятно, да? Что мы слышим, господа? Я играю не громко, я просто нажимаю. Потому что я играю примитивным вот таким вот приемом. Теперь, как она мне показывала, а если я вот сыграю вот так вот, поглаживая, он, может, стук и остается,
но он становится значительно меньше. Это уже не столько, это уже такое как бы отдаленное, такое близко. То есть понимаете как? Вот от того, и говорят, что негаузовские все ученики, они играют горизонтальными пальцами, они проглаживают клавиши. Поэтому звук у них не такой прямолинейный, а вот такой вот он наполненный. Смотрите, мне этот прием, он мне так понравился. Это этот ее, как вам сказать, показ, он вызвал такой эффект, фокус, что я его запомнил с самого начала и абсолютно сразу и, можно сказать, на всю жизнь. Что у нас сейчас происходит? Я просто показываю. Последние 20 лет какую наблюдаю картину? Играют люди концерт Рахманинова номер 2, вторую часть. Если помните, там первая тема показывает очень близко камеру. Играет вот так вот. Причем так, берут педаль. Педаль это вообще как ширма, за нее можешь спрятать все свои надсадки, вообще можешь спрятаться за нее. Ну, вроде бы звук расходится по всему залу, и вроде бы вот этого стука не слышно. Но самого по себе вот этого легата, позиционного, его нет. Потому что вот когда Берта, вот не дай бог, вот ей так в классе сыграть, вот она добивалась, чтобы это было идеально, вот именно позиционного легата. Мы сейчас подойдем именно к этому легату, но прежде чем... Что она требовала? Она требовала идеального связанности между нотами, переливания из одной ноты в другую, и чтобы это было именно не отрываясь от клавиш, понимаете? Чувствуете разницу, да? Даже не то, что поднимаем, я неправильно сказал,
раскрываем ее. Вот это идеально пальцевое легато. Играть не собирался. Вот этот прием с соблюдением, как вам сказать, почувствовать ощущение вот каждой ноты, веса руки в кончиках пальца, вот она этого и добивалась, чтобы я чувствовал вот эту массу всей руки, и в то же время у меня была вот идеально пальцевая вот эта вот связь. Вот пальцевой легато. То самое, к сожалению, которое сейчас уже, понимаете, я уже его потерял из виду. Я потом буду на других произведениях показывать, почему и где, и когда это. Конечно, можно же потом как бы не раскрывать ладонь. Играть только пальцы, когда требуется. Не знаю там. Но у ребенка именно вот это ощущение вырабатывается за счет чего? Полностью свободная рука. Это тот самый прием, который называется дыхание рук. Ну давайте любую, давайте на каком-нибудь там, не знаю. То, что я привозил. Thank you.
регаты, интервальные регаты. Вот тут я просто, я вам скажу, я иной раз за голову берусь от возмущения. Я слушаю, играют лауреаты конкурса Чайковского, я не буду называть фамилию. В Лиге Рахманинов делают вот такие вещи. Играют регаты, словно циркулем измеряют расстояние. Важно найти, для которого, но лично я привык, речь идет об Олеге Рахманинове, начало. Соединение пальцев вот этой лиги, оно исчезло. И поэтому вот эти говорящие пальцы, вот Берта, она, допустим, она же никогда не играла вот так вот. Она играла, у нее было вот такое перле, скажем так вот. Она проговаривала каждую интонацию. Интервальное регата, пальцевое, через всю фактуру, через весь диапазон, но одним словом, изначально вот регата при помощи чего? При помощи какого приема? При помощи, во-первых, руки абсолютно свободны, корпус абсолютно свободен. Ощущение массы руки в кончиках пальца, плавное погружение. И умение себя слушать. Сейчас еще раз к этому приему подойдем. И давайте потом куда-нибудь, ну, известный прием легато, самый лучший, вот на мой взгляд, и вообще, я и ученикам своим, это Баркарола Чайковского. Помните? Выпнет.
где она еще в четвертой балладе? Ой, это вообще у нее было, она мучилась. Два месяца мы вот эту тему. Чтобы я еле касался, и все это было вот так, все это проглаживалось. Вот, вот я услышал. То есть, понимаете, я даже не открываю пальца от клавиши. О видах техники некоторых,
об аккордах, аллигатор-аккордами, я буду о скачках говорить и так далее. Теперь что, смотрите, мне сразу, я хочу вопрос поставить, многие обращаются в YouTube, я это на канале YouTube выставляю записи, значит, с просьбой конкретно в чем-то помочь. Я не скрываю, я даю открытые уроки. То есть как, обычно, когда вот хотят показать ребенка, ну, как справиться с его зажатостью, как освободить его, как заставить его дышать, научить ребят, меня приглашают, и я это делаю. Поэтому вы не стесняйтесь, я готов приехать. Вот. Ну, на этом, я думаю, мы можем с вами закончить. Спасибо вам за внимание. Я думаю, неплохо речь, да? Мы находимся сейчас с вами в музыкальной школе в Берлине. Это Рояль Янг Чанг, он такой, ну, душевненький, симпатичненький. Ну, конечно, это не Бихшталь, это не Стэнвей, но, тем не менее, играть можно. Все, дорогие товарищи, спасибо за внимание. Извините, что немножечко задержал вас. До новых встреч. Пока.